Казани состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Милорад Додик передал Ильхаму Алиеву приветствие председателя Президиума Боснии и Герцеговины Желки Цвьянович. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие, просил передать и его приветствие председателю Президиума Боснии и Герцеговины. Милорад Додик выразил признательность за поддержку, оказываемую Азербайджаном. Он поздравил с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета нашей страны. «Вы сильный лидер суверенного Азербайджана. Без сильного лидера не может быть сильного государства», – сказал Милорад Додик, с удовлетворением отметив, что наша страна успешно развивается под руководством Ильхама Алиева. Отметив наличие больших перспектив для расширения сотрудничества в инвестиционной, фармацевтической и других сферах, он сказал, что азербайджанские компании, работающие в сфере дорожной инфраструктуры, реализуют успешные проекты в Балканском регионе и подчеркнул, что Босния и Герцеговина также заинтересованы в этом. Ильхам Алиев выразил благодарность за поддержку территориальной целостности Азербайджана как во время оккупации, так и после нее. Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой визит в Боснию и Герцеговину. Глава государства подчеркнул, что имеются хорошие возможности для сотрудничества в сферах энергетики, транспортной инфраструктуры и инвестиций.